Всем привет! Вы на канале Бумажные обзоры. У меня сегодня для вас новая распаковка бумажных сюрпризов. И сразу две новиночки. Lost Kitties. Вот такие пакетики. И давайте возьмем сразу какой-то один. Например, вот этот. Далее у нас коллекция от дедушки снова. Что внутри смартфона? Вот такие пакетики. Посмотрите, они в форме смартфона, оранжевенькие, все одинаковые. Возьмем наугад какой-то один. Вот. Кстати, вам нравятся коллекции от нашего дедушки? Напишите. Здесь у нас была еще в прошлый раз новая коллекция от него. Сумочки заканчиваются. Часы. Возьмем, давайте вот этот. Далее у нас чайка Джо. Возьмем с розочкой. Коллекция мороженки зверюшки. Возьмем этот. Это я не знаю кто. Из Марта и чудо сумка. Возьмем вот такой оранжевой рамочкой. И вот столько пакетиков у нас на распаковочку. Не очень много, но тем не менее они есть. И это радует. И начнем мы сегодня. Сейчас узнаете, с какой коллекции. Вот мой каталог, он уже скоро заканчивается. Так, что же мы сегодня первое откроем? Кстати, хочу показать еще, кто подписался на рекомендованный канал. Вот еще я добавила приветики. Надеюсь, вы себя увидели. Ну и давайте уже начнем с мороженок, раз мы открыли эту страничку. Так, вот такой пакетик, в котором попадается, если мы, конечно, доберемся до содержимого, потому что очень уж заклеено крепко. Вот такое мороженое в форме единорога. Смотрите, какое оно яркое и, наверное, вкусное. Цифра 3. Так. Готово. Приклеили. В следующий раз закончится эта коллекция. Посмотрим в эту сторону. Тут у нас еще чайка Джо есть, недораспакованная. И сегодня вот такой пакетик с вот такой вот чайкой. Посмотрите, какой она жест делает пальцами, перьями, наверное. Цифра 4. Приклеиваем на свое, ой, место. Так, стоп. Вот так. Ура! Она поместилась. Это хорошо. Продолжаем дальше. Сумочки. Надо тоже закончить сегодня эту коллекцию. Давайте узнаем, что внутри. Тут вот такая вот сумочка. Довольно яркая, летняя и прикольная. Но они все тут такие у нас яркие. Получились цифры 2. И наклеиваем на свое место. Готово. Прилипла наша сумочка. И мы идем дальше. Сюда мы все уже в эту сторону открыли. Ой. Смарта и чудо сумка. Это у нас пакетики. Мы все отобрали с надписями. Почти. Ну ладно, ничего. Нам попадается сама чудо-сумка. То есть вот такой вот чемодан на нож, на колесиках, где Смарта хранит всякие свои чудеса. Ну, не чудеса, вы знаете, кто смотрел мультик. Цифра 7. Так. Клеим аккуратненько вот сюда вниз. Да, там же была цифра 7. И продолжаем. Теперь у нас Lost Kitties, у нас Lost. И вот такой пакетик, в котором попадается сегодня неудачно рвется оно. Вот такой вот милый котеночек, посмотрите, какой он яркий, красивый, на мой взгляд, и у него такие глазки милые. Цифра 2. Он сейчас приклеится на свое место. Вот
Готово. Следующее, что мы откроем, это две коллекции от дедушки, от нашего. И давайте начнем, что внутри смартфона, потому что ее я сделала на этой, в этом каталоге. А часы у нас в другом. Посмотрим, что же там нам дедушка нарисовал. Может, и не посмотрим. Но я надеюсь, это просто я другим клеем заклеивала. ПВА. Советую никогда не заклеивать этим клеем, иначе потом будет вот такое чудо. Ух ты, посмотрите, что нам попалось. И это у нас блок камер под цифрой 5. Приклеиваем. Можете тоже что-нибудь заказать нашему дедушке. Если он захочет, то сделаем. Вот так. Ну а следующая коллекция часы у нас в другом каталоге в Викино, вот в таком, выглядящем, с такой вот птичкой, вот так вот он выглядит, и он в конце, эта страничка у нас в конце, под названием часы. В прошлый раз попались песочные часы, а сегодня попадаются вот такие часы, такие овальные, под номером 2. Ух ты, прям подряд попадаются. Номер 1, потом номер 2. Интересно, будет в следующий раз номер 3? Вот так. Теперь давайте я отвечу на ваши вопросы, которые у меня в этой коробочке. Давайте выберем. Вот у меня я взяла сколько, наверное, их всех и отвечу. Потому что вопросы добавляются, и надо успевать на все отвечать. Нравится, когда Вика снимается с тобой на твоем канале? Да, в принципе. Она веселая, и она делает видео более интересным, мне так кажется. А как вам кажется, напишите. Хотите ли вы, чтобы Вика снималась у меня? Кстати, у нее есть свой канал «Бумажные сюрпризы Вики». Ссылочку я оставлю в описании, можете переходить. У нее там тоже прикольно. Кто ты по знаку зодиака? Рыбы. Дальше. Ой, любимый блогер бумажных сюрпризов. Претти Кэтти, наверное. Она очень классно рисует. Просто супер. Дальше. Есть ли вы в лайке? Нет. И последний вопросик. Любимый цветок. Любимый цветок у меня, наверное, роза. Но хотя все они по-своему красивые. Я даже не знаю сейчас, что вам ответить на это. Все они яркие и красивые. Теперь я покажу вам приветы, которые записаны в этом блокноте. Здесь один разворот. Если вы себя увидели, поставьте лайк, если хотите. И вот тут еще были предыдущие приветы, но их очень много, все показывать не буду. Смотрите предыдущее видео. На этом, ребята, все. Спасибо, что вы заходили, что вы были с нами. Надеюсь, впереди у нас будет еще много интересного и прикольного. Всем пока!